Energy Mobile OS 3.1. Мисс Дарк, у вас новое сообщение от 1-800. I am Dado. Здрасте, это Леди Подарок, которая делает отличную аноматронику? Внимание, обнаружена меметическая угроза. Можете называть меня мисс Дарк. Я очень надеюсь, что вы не тот, кем показались. Это надо. Владелец замечательных предприятий надо. Пишу, так как надо обсудить замечательные возможности совместного бизнеса с Дана. Внимание! Обнаружена меметическая угроза. Номер заблокирован. Сори, связь пропала. Хомяк иногда играется на клавиатуре. Внимание! Обнаружена меметическая угроза. Что ж, моим вниманием вы завладели. Каким раком вы пробились через мою блокировку? Хомяк очень хороший компьютерщик. Набирает 222 слова в минуту, даже без Т9. Внимание! Обнаружена меметическая угроза. Хотите идею делового партнерства Дана и Микет? Внимание! Обнаружена меметическая угроза. Нет, я хочу узнать, каким черт подери образом вы пробились через мою блокировку по номеру? Операционную систему ИПО я писала сама с применением тумических рун из языка хаоса. Рун, на которых простому смертному даже взглянуть нельзя, не сойдя с ума. Об их взломе и речи не идет. Так что говорите немедленно, как вам это удалось? Читали про то, как крохотульные кусочки золота и блестявых металлов смываются в сортир и попадают в отходы вместе с отходами? Внимание! Обнаружена меметическая угроза. Дада подумал, чего бы здесь сделать приблуду для унитаза, чтобы фильтровать золото из какашек. Будешь какать золотом и станешь делать деньги на какашках, как-то курица с золотыми яйцами, только вместо яиц какашки, а еще запах у унитаза будет приятный, так? Внимание! Обнаружена меметическая угроза. Номер добавлен в черный список. Думаете, ваши богатые люди будет интересен золотой туалетный ящик от Дада? Внимание! Обнаружена меметическая угроза. И еще сорян, Дада медленно пишет, не то что хомяк. Вы чего, Дада, не доверяете? Внимание! Обнаружена меметическая угроза. Вы взламываете мой телефон. Не-е-е, Дада взламывать не может. Кнопка для больших букв сломалась. Внимание! Обнаружена меметическая угроза. Кнопка для больших букв сломалась? Я, по-вашему, должна поверить, что у вас есть возможность организовать работу множества предприятий, но нет возможности заменить клавиатуру? Дата очень строго планирует траты. Трат на новую клавиатуру в планах нет. В лабораториях Прометея был такой же подход. Внимание! Обнаружена меметическая угроза. Это оскорбление для моих умственных способностей. Вы ведь это понимаете? Нет, Дана думает, что Леди Подарок очень умная. Вот поэтому Дана пошел к Леди Подарок с идеей про золотой туалетный ящик. Внимание! Обнаружена меметическая угроза. А теперь еще и выказываете неуважение, обращаясь ко мне не по тому имени, которым я представилась. Мое время стоит чрезвычайно дорого. Я не заключаю сделок посредством текстовых сообщений. Это даже и близко не в моей сфере деятельности. И сама идея отвратительна. Не отнимайте больше у меня время. Иначе будут последствия. Нет, пожалуйста, не обязательно пусть будет золотой туалетный ящик. Но надо сейчас на мели, да? Бургеры и картошка от Дада прогорела, потому что не чайки сожрали всю картошку, а Дада Го, где Дада пел хиты современной поп-музыки, закрыли из-за промышленного саботажа Джеффа Безоса. Внимание! Обнаружена меметическая угроза. Неделька у Дада выдалась нелегкая, но вместе можно сделать Дада бизнес, чтобы заработать кучу... И Дада снова будет на коне. Поверьте, Дада. Внимание! Обнаружена меметическая угроза. Поверить вам? Вы в курсе, что моя система защиты помечает каждое входящее сообщение от вас как меметическую угрозу? О, Дада мемы любит, особенно мем про вызов принят. Этот мем девиз Дада. Внимание! Обнаружена меметическая угроза.
Да-да, я вам не доверяю. Не верю, что у вас не работает клавиатура. Не верю, что на ней сидит хомяк, ровно как и в другие ваши оправдания. Полагаю, что вы совершенно четко понимаете, что все ваши сообщения, как голосовые, так и текстовые, имеют аномальные миметические свойства, а все ваши предприятия – ширмы, из-за которых можно распространять свою миметику по всем направлениям. Нет, это враки. Предприятие Дада – это вся Дадова жизнь. Дада начинал с низов. Простой провизор в супермаркете. Потом Дада покусал радиоактивный жук-пилюльщик и дал Дада пилюльные силы делать волшебные пилюли и выходить за рамки пространства-времени и сворачиваться в крохотный комочек, как хомяк. Внимание! Обнаружена миметическая угроза. Брехня. Полная брехня на постном масле. И Дада заработал много денег на волшебных пилюлях, а поскольку Дада славный капиталист, как тот же маршал Скартеров в подарок, Дада вложил деньги в много новых предприятий. Дада провел диверсификацию во много областей, кроме аномальной прачечной, потому что там сплошное отмывание денег. Но дела у новых предприятий идут не так хорошо, а потом долетели птицы, и теперь империя Дада горит, как Рассел Кроу в «Гладиаторе». А Дада не будет бездельничать, как хакер Феникс. Дада хочет затушить пожары и спасти империю. Внимание! Обнаружена миметическая угроза. Как Дада может спасти империю Дада? Внимание! Обнаружена миметическая угроза. Я сменила сим-карту и ушла в изолирующую комнату, а ваши сообщения до сих пор каким-то образом приходят. Поздравляю, вы поставили меня в тупик. Это мало кому удавалось. Я бы не стала усугублять ситуацию. Если я дам совет, вы перестанете забрасывать мой телефон миметическими агентами? Да, Дада клянется жизнью хомяка. Внимание! Обнаружена миметическая угроза. Как вы сами сказали, ваша фармацевтическая продукция хорошо продавалась. Финансовые проблемы начались в тот момент, когда вы попытались распылить усилия на десяток разных направлений. Мы приглядывали за вами, и ваши продукты восхитительны, хотя бы с чисто технической точки зрения. Вам надо как следует поработать над тем, как вы налаживаете связь с клиентами. Придерживайтесь своих сильных сторон. Продайте все оставшиеся активы, которые не относятся к парафармацевтике, а полученные деньги снова вложите в это направление. Развивайте этот бизнес до тех пор, пока не станете парафармацевтическим гигантом. Не стоит размениваться на солярии и химчистки. А что насчет проката космолетов от Дада и центра утилизации плутония? Внимание! Обнаружена миметическая угроза. Да, все целиком. Леди Подарок права. Дада сошел с пути Дадового. Дада формачел и должен снова начать формачелить. Дада выйдет на темный рынок и откроет старую добрую аптеку от Дада и барбершоп. Но там бродобреи такие, что умеют кровь пустить и пиявки ставить, так что это впишется в концепцию. Внимание! Обнаружена миметическая угроза. А маркер, картежник и дартс будут покупать у новых предприятий Дада? Дада нужны крупные клиенты. Внимание! Обнаружена миметическая угроза. Если найдете в себе силы перестать лить мне бред в уши, перевирать мое имя и название компании, качественно и в полном объеме выполнять заказы клиентов, а главное перестать слать на мой телефон заразную миметику, то не исключено, хорошего парафармаколога не так-то просто найти. Благодарю, мисс Дарк. Ха? Номер разблокирован и удален из черного списка.